В департаменте ГАИ хотят вернуть техосмотр для всех автомобилистов. Об этом на брифинге в Кабмине заявил глава департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко. На сегодняшний день в Украине трапилось 11 тысяч дорожно-транспортных пригод. 1777 на сегодняшний день осіб загинуло. Зрозумейте, это война на дорогах. И сегодня же в своем блоге Анатолий Гриценко заявил, ГАИ хочет вернуть коррупционное корыто. По его словам, каждый год инспекторы взимали около 100 миллионов долларов с поборов с автомобилистов. За отмену техосмотра боролись несколько лет, а теперь его снова хотят вернуть. Даст ли на это добро гаишникам Верховная Рада? Вот вопрос ближайших дней.